Всем привет! Сегодня у меня интересное видео, в принципе, возможно, оно будет кому-то и полезно. У меня есть знакомый друг, очень хороший друг, у него гараж, и как-то недавно ковырялись мы в машине у него. Говорит, как-то скучно, вот можно сходить пиваса взять, но, блин, вот просто тупо сидеть неинтересно, нужен телевизор. Я говорю, Макс, вон у тебя стоит монитор. У него такой вот мониторчик, как раз который я хотел у него отжать для своего видео. Наблюдение на даче, но уже, оказывается, не отдам. Я говорю, вот с такого монитора можно сделать совершенно спокойно телевизор. Он говорит, о, классно, давай, как сделать? Я пошел домой и отрыл вот такую вот штукенцию. Это переходник из HDMI на VGA с аудиовыходом. Купил я себе такой переходничок, даже не один я, несколько разных моделей для теста. Всегда, в принципе, советую покупать несколько штук. Ну вот, купил я его, когда в бытности работал еще на компанию, и мне нужен был свой компьютер со своим выходом в интернет. То есть у меня был мини-ПК, но монитор у меня был почти вот такой. То есть не было на нем HDMI и не было DVI. То есть меня мог спасти только вот такой вот переходничок. Но при покупке будьте внимательны, читайте input, output, вход HDMI, выход VGA. То есть в обратную сторону это все не работает, он бы назывался бы тогда VGA to HDMI. То есть если сюда подключить компьютер, видеокарту с VGA выходом, а здесь подключить HDMI телевизор или монитор, то ничего не произойдет. Ну, может быть, что-то и сгорит даже, не знаю. Так вот, с помощью вот такой вот фигнюшки мы сегодня будем делать вот из этого телевизора, да, из этого монитора телевизор. Как я, в принципе, покажу. Способов есть несколько. Первый способ – это вот такой вот приемник. Он у меня уже висит давным-давно дома. Купил я его для дачи, но не использую, даже не делал обзор. Это FreeSat V7 Combo. Здесь у нас имеется спутниковый разъем, то есть для подключения спутниковой тарелки, и также DVB-T2 ресивер. Это более чем нам нужно, чтобы заработал у нас телевизор. Итак, подключили мы наш переходничок. Еще хотел бы заметить, здесь вот есть USB Power. То есть не всегда по HDMI кабелю у нас идет питание, иногда его не хватает. И тогда нужно обязательно запитать через вот этот вот разъемчик, есть кабель в комплекте, от любого USB порта. Даже в принципе вот у нас в ресивере, вот здесь вот есть USB порт. Сюда вставляем или сзади, и спокойненько у нас это дело все питается, и спокойненько все у нас работает. Вот включили мы, и как видите, изображение есть. Ну, давайте-ка посканируем, а то вдруг все еще и не работает. Итак, подключили мы антенку. Вот он, кабелечек. Вот он. И давайте-ка настроим. Не будем мы переводить на русский язык, потому что это чудо китайской мысли и генной инженерии очень имеет плохой перевод. Так что даже просто не нужно себя вообще этим расстраивать. А так, в принципе, ресивер достаточно интересный. Надеюсь, возможно, летом я что-то и запишу по поводу этой штуки. Почему не записал? Как ресивер он работает нормально. Когда же я захотел проверить тетю Шуру, кто знает, те знают, оказалось, что не работает, и все тут. И я его забросил. Но сегодня я перед видео обновил прошивку. И, возможно, все заработает. Так что, может быть, и сделаю небольшое видео. Поживем, посмотрим. В принципе, у нас нашлось 20 каналов, 3 радиоканала. Второй транспондер у меня изначально всегда почему-то именно на этой приставке подтупливает. Но, как бы, первый транспондер, все прекрасно. Первый канал Москва. Матч ТВ, НТВ. О, кстати, а где второй канал? А, Матч ТВ это был второй канал. Пятый канал. Все отлично. Но проблема в том, что у нас нету звука. Все, кстати, показывает замечательно. Прям, давайте-ка инфо
сила сигнала, все качество, все отлично. Нету звука, но это в принципе и понятно. Для того, чтобы звук появился, давайте-ка переключим на радио, чтобы за видеоконтент меня не нагнули. Нам нужно подключить аудиоколонки. Их можно подключить напрямую к ресиверу. У него есть для этого видеовыхода. И там же можно поставить настройку, чтобы аудио было только через их, ну, через ресивер. Или же вот здесь вот есть... Сейчас. Вот здесь вот есть вот такой вот разъемчик. Это аудиовыход. Давайте-ка подключим мы колонки. Колоночки у нас подключены, видите, горит синенькая лампочка. Подключены они по питанию у нас к ресиверу, потому что они питаются от USB. И вот сюда, вот сюда, вот в этот выход. Выход, аудио выход. И давайте-ка прибавим громкости. Что у нас там? Соловьев. Все у нас здесь громкость есть. Здесь громкость есть. О, какие-то помехи прям. И давайте-ка первый, пятый канал. След. Ой, господи. Россия, культура. Господи, какие мультфильмы-то не показывают у нас. Ну так, как видите, все у нас показывает, все замечательно. Вот так вот легко и просто можно сделать из вашего монитора старенького, даже CRT-шного, то есть такого большого, толстого, телевизор небольшой для вашей дачи, для вашего гаража. В принципе, все отлично, все классно. Но можно еще это и расширить. Если у вас есть мини-ПК, если у вас есть где-то под рукой интернет, слава богу, мы живем в 21 веке, и йота есть везде, 3G модемы есть, безлимитные тарифы есть. Также можно подключить к этому монитору мини-ПК, вывести на Android, вывести его в интернет, и у вас будут сразу все прелести телевидения, онлайн-телевидения, IPTV, ТВ, телевизионных программ всяких, видео онлайн. То есть все вы можете смотреть спокойненько на вот этом стареньком мониторчике 17-дюймовом, кстати. Но показывает он, в принципе, очень хорошо. Так что с вами был Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, ребята. Пока!